перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. 5 дней на Багамах. Братуль, все сработало как нужно, все, как ты и попросил, все раскидали и развезли на Новый год. Полностью выполняли твои указания. Да что-то не хочется, ребят, постить новые треки. А то вы их все переслушаете и скажете, альбом-то дровяной, ребят. Вы послушали? Я вот слушал, вроде дрова. На самом деле, конечно, там пушки, ребят. Я готовлю бомбы, бомбы. Так, мне там мой братуха сообщение отправил, сверху вылезло. Его зовут Руслан. Кис. А еще есть Лис, а еще есть самый глава, ну вы его все знаете. Кто он? Иса. Ну они как три супергероя, они только они в городе, вот как я, допустим, слышал, только они могли вечером, когда на пике были, летать. Они летали вот по своим, между домами, за там хлебом, допустим. Вы видели таких людей? На Украине пока не получается, ребят, с концертами. Я знаю, что много моих однополчан. Ну, пока так. О, так, я не понял. Там кто у нас? Гера, что ли? Гер, ты в городе или ты это, на работе? Да, в Израиль бы с удовольствием, ребят. И на красоты эти все посмотреть, на легенды. И так отдохнуть, может быть, как бы, не знаю. В общем, побыть там. И чтобы Саяф проводником был с пистолетом обязательно. Шучу. Насчет пекаря. А что, да, Гер, на работе или дома? Непонятно. Напиши лучше, на работе, нет, дома. А дома опять же где? В Красном Сулине или в Гуково? Так, ребят, вижу, что замучил вас, но сейчас уйду скоро. А, ну красавец. А, в Гуково? Ну молодец еще. Ну тогда чё, Герыч, давай на базе встретимся, братуль, через 20 минут. Ребят, ну ладно, я ухожу из эфира. Вы знаете, что невозможно постоянно быть на пике, да, поэтому я ухожу. И пиковый канал этот заканчивает свою трансляцию. Значит, в следующем выпуске что ожидает вас? Ну, конечно же, для начала вас ожидает фамилия и имя организатора... организатора афериста, который должен мне крупную сумму денег. Значит, завтра в эфире фамилия, имя, отчество этого парня с города Владивостока, кстати, известного организатора этого города, а также новые треки, новые минуса, и также я освещу средства, которыми пользуюсь для волос и для лица. Это косметика, это крема, это шампуни, лосьоны, ну и всякие разные разрыхлители. Значит, погнали. До свидания. Топовый эфир 405. Вы опять набираетесь. Да что стало с вами? Пожалуйста, не надо больше. Достаточно. Давайте, потихонечку снижайтесь. Давайте. Давайте.
Да, ребят, спасибо за поддержку, что вас так много, что вы смотрите именно меня, что летят сердца, они все прилетают, смотрите, прямо мне, прямо в рот. Тихо. Здрасте. Ди, пойдем там покушаем, потому что что-то ни хрена не жарится. Почему? Пацаны уже как она не жарится? Ну не жарится, сюда мясо пожарилось. Спасибо большое. Очень вкусно. Надо подстригаться, ехать. И вы знаете, куда едет Крок? Это Lucky Style. Детка, это Lucky Style. Так, значит, что еще у нас сегодня в выпуске? Вы видите, да, как питаются легенды городские? Вот так вот они едят. Им выносят на блюдечки. Самые в мире белковые вещи они их едят. Вы знаете, что я атлет. Вы знаете, что моя бицуха очень огромна. Но она продолжает расти. Я уже хотел остановиться. Даже уже пробовал, общался с людьми, чтобы не превращались руки в базуки. Но они превращаются, ребят, они растут. Они растут, набираются сил. Наконец-то уже какие-то паутины, вены я вижу, которые появляются на бицухе, потому что... Вы знаете, что это главное. Я должен видеть эти вены. Вены, не пропадайте, я прошу вас. Я еду играть на деньги в UFC 2. Я чемпион города по UFC, по английским правилам. Это бой в стойке, значит, мы деремся в паттере. Сейчас мы едем. Да, вы видите, что один зуб у меня, он не желтый, он просто на заднем плане и в темени, так кажется. Кривые мои зубы. Да простят меня мои кривые зубы за все. Мне уже предлагал друг, очень крутой стоматолог, сделать зубы и выровнять нижние, что-то не получается пока. Да кто там обкуренный, это вы обкуренные, вы чё? Кина калю кисинако, чина толи бимарахо, чина гако лагеридирафо, чигаре гадобане на мине мамо. Блин, включить вам? Ладно. Марк Хант, ребят, болел за Ханта. Если комментарий давать, болел очень за Ханта. И вы видели, что в первом раунде этот пацан цепанул. По красоте. Вы видели, что это было по красоте. Да, я выгляжу, блин. Видите, какой отек на лице у меня. Вы думаете, что я какой-нибудь алкаш? Да нет, ребят, я-то вообще не пью. Я супер качок. Йоу. Я против синьки на самом деле. И это реально. А то у меня просто опухшая щека болит. Блин, что-то я бестрижено выгляжу, как старый дед. Йоу. Нормально вообще? Да, зубы мои просто прелесть. В принципе, я согласен. Это от бабушки. Моя бабулечка, дай бог здоровья, у нее все зубы свои. Да я говорю, не пью, да что ж вы, бля, ну реально, ребят, ну достали, ну не пью уже. Его он пишет, спортик, ну что вы. Я не бухаю вообще, неужели вы этого не знаете? Как вообще, зачем писать о синьке? Какая синька нахрен? Какая нахрен синька? Так, это что за пацан? Кто там? А ну тихо, смотри. Кто там? В смысле открывай? В смысле открой? А чё ты так разговариваешь? Да не снимайте, говорю. Чё ты, цветочный? А чё открыть я должен? По каким таким понятиям? Ты порядочный?
Похавал, и чё? А? Что-что? Ну, лапшу я ел дальше. Чё ты ржёшь? Костян, ну поел лапшу, что дальше? Ничего? Ну, а стучал ты просто хотел, чтобы вместе мы посидели? Ну, вместе, чтобы мы посидели в машине? Я говорю, ты стучал, чтобы мы вместе посидели в машине? Ну, я говорю, ты для этого стучал? Ты будешь залазить? Не, я постою. А, ну и стой тогда за дверью, тюлькагон, блин. Я поэтому не открывал. Вот слушайте итог этого видео. Слушайте, ребят, вы видите, какой я проницательный человек. Я открывал, не открывал товарищу не просто так, Костяну. Я-то знаю его хорошо, это Костя, футболист. Играет сейчас в Мадриде, в третьем составе. Суть в том, что я понял, что он просто ломится, просто без дела. Зачем ломиться без дела? Не надо, ребят. Я люблю по существу все. Я люблю по существу. О, тихо, тихо, смотри. Да, скотина, поверни ты камеру, гнида. Да что ж ты. Да я не обижаю, брат, ты чё, все мои кенты. Кто там? Кто там? Вы в машину будете заходить? А, вот, тогда открываю. Вот это ответ. Алло. Я в прямом эфире просто, Дим, тюльку. Да. Я тебя снял и очень был высоко. Я Косте говорю, Костя, это, ну а чё, кто будет платить? Рома за Денчика, за меня оплатил, если чё, блядь. А почему нет? За Денчика и за меня, да? За Денчика и за меня, а на, за нас. Да ничего там, все повеселились, да и все. Да я уже все закругляю. Так прикинь, как конченый суп не доел, не там, не жрал. Не доел? На халяву я все съел. Все, ребят, спасибо всем, кто был сегодня. От души, ребят, на вас, ребят, вас очень много, я люблю вас. И ждите треков, это реально будут телеги от души, это будут бомбы, прокачанные, отмастеренные, сведенные бомбы. Спасибо всем, спасибо. Ну ты на меня же будешь ставить деньги? Ну а на кого я, блядь, еще буду ставить? На Костю этого, сука, что ли, бездомного этого, ебаного полукровку этого, блядь. Валера там что-то сейчас Ром мутил, планы какие-то, блядь. Но он боится, как огня, что ты джойстик купишь, пиздец. Да? Он специально узнает, вбивает, где-то джойстики продаются, чтобы их обратно отсылали, нахуй. Чтобы тут никто не мог купить джойстик тебе. Купи, Ром, джойстик, забодал. У тебя жизнь изменится. Ты его начнешь колотить, он будет, блядь, дома тренироваться целыми днями. А мне надо с Мияги, да, Дим? Ой, блядь, с Мияги. Бать мне пизда уже. Какая Мияга, блядь?